Московские спортсмены выиграли на Олимпиаде почти 50% от общего числа российского золота. С такими же намерениями отправляются в Лондон и столичные паралимпийцы. На пресс-конференции, организованной Департаментом физической культуры и спорта города Москвы, прошла передача своеобразной эстафетной палочки от наших олимпийцев, синхронисток Ромашина и Ищенко, а также дзюдоиста Михайлина, тренером паралимпийцев. Вы все прекрасно знаете, что мы, конечно же, ехали туда фаворитами. Это на нас очень сильно морально давило, что все ждали от нас только золота. Но, несмотря на это, мы смогли достойно выступить и завоевать наши две золотые медали. Так приятно сидеть с вами, дорогие. Огромное вам поздравление от всех паралимпийцев. Мы тренируемся сейчас на базе «Озеро Круглое». И болели, конечно, всегда смотрели на экранах. И ребята, даже когда вы выигрывали, поднимался флаг России, вставали и пели гимн. Мне это было очень приятно, потому что это действительно такая передача энергии от одной команды к другой. Ну, в общем, нашей всей сборной команды России. Команда молодая, но очень задиристая. Так что я думаю, что мы сможем показать то, что мы сможем, имея вот на сегодняшний день маленький такой опыт фехтования. А хвалиться пока не буду. Цыплят по осени считают.